Приветствую вас, путешественники и любители приключений! Добро пожаловать на Выборгскую сторону! Сегодня мы отправимся в одно из самых живописных мест Выборгского района. Осмотрим бывшие владения первого выборгского коменданта графа Григория Чернышова. Посетим настоящую жемчужину Карельского перешейка – заказник Раковые озера. И обязательно заглянем в одно из ведущих в регионе сельхозпредприятий. Все это в уютном и интенсивно развивающемся Красносельском сельском поселении. Ну что, добро пожаловать в Красносельское сельское поселение. Идем знакомиться с главой? Здравствуйте. Здравствуйте. Хочу сразу вам представить местного главу администрации Михаила Леонидовича. Здравствуйте, да, вот мы приехали к вам в гости. Давайте сразу, наверное, к делу. Предлагаю нам прогуляться. Покажите нам свое поселение. С удовольствием. Путь. Михаил Леонидович Торопов работает в должности главы местной администрации уже более 8 лет. И за это время он выстроил действительно теплые и доверительные отношения как с представителями бизнеса в поселении, так и с местными жителями. Я думаю, что мне не стыдно посмотреть людям в лицо. У нас во всех населенных пунктах заменен магистральные теплотрассы, отремонтированы котельные, это проводные сети. Другими словами, все проблемы, связанные с коммунальным хозяйством и водоснабжением, Михаил Леонидович предпочитает решать в первую очередь. На втором месте очень актуальный для многих поселений вопрос здравоохранения. Мы были первопроходцами в строительстве блок-модульных ФАПов. Мы построили 2 года назад первый блок-модульный ФАП в поселке Коробицыно. После нас, я знаю, в Первомайке построили у нас в районе. И сейчас у нас в этом году он уже построен, но еще не закончено строительство. Я думаю, что где-то через месяц не закончат. То есть у нас в Климово поселок небольшой, но там будет ФАП. Наша задача подготовить жилье для будущего фельдшера. Мы его уже готовим, то есть у нас есть помещение бывшего ФАПа. Мы сейчас его отремонтируем, подготовим, то есть для специалиста. Будем надеяться, что он появится. То есть еще не нашли пока, да? Пока нет, ну вот подготовим, когда ФАП будет сдан, то тогда уже будем искать. Вот, может быть, и среди наших зрителей вдруг, если есть медицинский работник, вот требуется... Милости просим. Да. Жильем обеспечим. Вот, тем более. Я думаю, что это более чем хорошее предложение. Кстати, по поводу строительства жилья. Эта сфера всегда тесно связана с экономическим развитием любого населенного пункта. И в Красносельском об этом не забывают. Вот мы 2 года назад, 1,5 года, построили новый дом, наконец-то, который здесь, в Красносельском, наверное, нового строительства не было лет 40. Мы все-таки это сделали. Также у нас запланировано в будущем еще строительство 2 домов. Ну, посмотрим, если программа позволит, то будем строить. Отдельного внимания заслуживает проделанная местной администрацией работа по развитию спортивной инфраструктуры. Мы стоим сейчас на строительной площадке. Здесь у нас предусмотрена волейбольная площадка, она же баскетбольная. И там будет опускаться сетка, значит, она будет и большим теннисом. Она в дополнение, да, вот да, к этому? Да, в дополнение вот к этому мини-футбольному полю. Планы в программе «Газпром детям» у нас построена универсальная спортивная площадка в поселке Кирпичная. То есть у нас сейчас есть где детям заниматься уже в 2 поселках. Это вот Красносельская, Кирпичная, Коробицыно мы в этом году построим. У нас все, скажем так, основные поселки, кроме Кирилловского, будут охвачены уже спортивными площадками. Хочу вас пригласить, вот прямо сейчас, так как мы рядом находимся, давайте зайдем в спортзал. Единственный в поселке спортзал был закрыт по причине аварийного состояния около 10 лет назад. Находится в местном дворце культуры. И как вы можете видеть, в этом году он полностью преобразился. Сделано, скажем так, на века и надолго. Здесь под нами, значит, бетонное основание, бетонит. Мы, наверное, первые, вот, скажем, может быть, ну не знаю,
Выборгском районе, ну, по крайней мере, я не знаю, у кого еще такой зал. Обновленный спортзал прекрасно подходит не только для уроков физкультуры, но и для проведения соревнований по различным игровым видам спорта. Здесь занимается местное население, у нас даже приезжают из Выборга здесь волейбол играть. Предлагаю пройтись так, вкратце, буквально через верх пройдемся, вы посмотрите, во-первых, посмотрите, как сделаны раздевалки, и посмотрите подготовленный зал для тренажеров. С удовольствием! И раз уж мы завершаем нашу прогулку по поселению в спортивном зале, я предложил Михаилу Леонидовичу поиграть в настольный теннис. Кто бы мог подумать, что глава администрации окажется сильным соперником. 10-3, увы, не в мою пользу. И тем не менее, я рад, что размялся. Ведь впереди нас ждет настоящая пешая экспедиция по заповедным местам. Следующая остановка нашей экскурсии – место действительно уникальное. И, судя по надписи на указателе, мы идем в верном направлении. Вот мы добрались до государственного природного заказника «Раковые озера». И я хочу в первую очередь вас познакомить с Вячеславом. Вячеслав здесь человек главный, который следит за порядком, смотрит где что. Вот. А чем конкретно вы занимаетесь, да? Вот расскажите нам немножко. Мы находимся на территории государственного природного заказника «Раковые озера». Заказник «Раковые озера» находится в центральной части Корейского перешейка и занимает площадь более 10,5 тысяч гектаров. Причем почти половина этой территории – реки и озера. А находится заказник всего в 40 километрах от Выборга. Мы занимаемся охраной и сохранением водных и природных биоресурсов. Это рыбы, земноводные, птицы, да? Весь арсенал, можно сказать, у вас здесь. Да. Здесь проходит Беломоро-Балтийский путь пролета миграционной птицы. Это что такое? Это когда птица с севера на юг прилетает, как бы останавливается здесь на отдых и на кормежку. Некоторые, да, виды птиц остаются здесь на гнездование. Этот лебедь-кликун, который на том щите нарисован. Это такая своеобразная парковка, да, стоянка для птиц. Да, и, соответственно, как бы для кормежки. Вот, хорошо. Помимо редких видов птиц, в раковых озерах можно встретить не один десяток различных растений, рыб, земноводных, млекопитающих, а также насекомых и пауков, занесенных в Красную книгу. Здесь у нас проходят экологические детские лагеря. Вот последние 3 года уже с Выборгской школы приезжают тут по 60 человек народу. Они месяцами живут и как бы изучают природу и фауну. Вот, собирают гербарии, изучают состав воды. Говоря об истории, стоит отметить, что изучением птиц в этих местах финские орнитологи занимались более 100 лет назад, еще до Советско-финской войны. Потом земли исследовали советские ученые, а в 1976 году был создан заказник «Раковые озера». Ну, конечно, главный вопрос, раки-то есть? Раков нет, да. А почему «Раковые озера» называются тогда? «Раковые озера» называются, потому что во время русско-финской войны 1939-1940 годов вот тут у нас воевал генерал такой Раков. Вот в честь него как бы назвали вот эти местности как его озера. Я так понимаю, и много, да, деятелей, ну, так сказать, ученых приезжает, исследователей и тоже. Орнитологи, да, финские, голландские ученые приезжают. Да, тут очень много. BBC приезжала, снимала тут, когда был перелет этой Саши Денч, английской ученой, которая наблюдала за пути миграции тугриного лебедя. Давайте не будем стоять, наверное, на месте. Да, пойдемте, да, пройдемся да, по экологической тропе, посмотрим, вот, что у нас есть. Хочу отметить любопытную деталь. Как оказалось, заказник стал излюбленным местом обитания птиц и других представителей животного мира прежде всего благодаря своим уникальным водоемам. Все они мелководны и отличаются повышенным содержанием питательных веществ. Вообще, как посмотрю, вот мы идем и сзади, и дальше везде информационные щиты, на которых, да, вся информация, так сказать, очень здорово сделана. По всей территории, да, стоят? Да, по всей территории экологической тропы стоят информационные щиты, чтобы посетители могли почитать, что здесь обитает и что растет. Гуляя по заказнику, мы обнаружили одну интересную достопримечательность. Она совершенно не связана ни с флорой, ни с фауной этого места.
Это военный ДОТ времен Советско-финской войны. Что интересно, у этого ДОТа установлены сразу два информационных щита. Один на русском языке и второй на финском. И только внимательный турист мог заметить одну деталь. Версия событий, описанных на этих стендах, отличаются. Русская версия одна, финская немного другая. Но не будем вдаваться так глубоко в историю, давайте лучше пойдем и посмотрим сам ДОТ. Ну что, продолжим нашу экскурсию? В данный момент мы приближаемся к озеру Охотничьему, у которого установлена технологическая вышка. Это вот та на горизонте, да? Да, вот та, которую сейчас мы увидим. Таких вышек на территории заказника всего три. И установлены они в наиболее интересных, прежде всего для орнитологов, местах. Мы выбрали самую высокую. Собственно, за нашими спинами вы можете видеть потрясающий совершенно вид. Мы находимся на высоте 8 метров над землей. И вот как раз отсюда, как мы уже говорили, да, и фотоохотники, и наблюдатели, и исследователи занимаются своим делом. Само собой, чтобы как можно дольше сохранять все это великолепие, на территории Раковых озер действуют строгие правила посещения. Так, например, ежегодно с 1 апреля по 15 июля в заказнике посетителям вообще нельзя приближаться к водоемам. С 1 апреля по 15 июля существует запрет подхода к водоемам или береговой линии ближе 200 метров. Это связано с периодом миграции птиц и нерестом рыбы. То есть это имеется в виду и туристам, и всем, да, запрещено? Туристам, да, любым посетителям, да. Чтобы не пугали? Чтобы не пугали, да, гнездование, чтобы не пугали нересту рыбы. А там, пожалуйста, с 15 июля всех милости просим, ждем, пусть на рыбалку и погулять просто. Ну вот и закончилась наша экскурсия. Хочется поблагодарить Вячеслава за увлекательную, да, действительно, прогулку. То, что все показали, рассказали. Действительно, очень классное место. А свежо как здесь, ух, не поверите. Ну что ж, спасибо, мы побежали дальше. Пришло время немного рассказать о прошлом красносельского поселения. Поможет нам в этом человек увлеченный и активно занимающийся изучением истории всего Выборгского района. Командир поискового отряда «Красный Выборжец» Андрей Смоленский. Первое упоминание о карельских поселениях на этой территории датировано 1546 годом. Во время Северной войны в 1710 году приказом Петра I сюда были переселены крестьянские семьи из центральной части страны. Населенный пункт получил название «Красное село». Владельцем земель стал граф Григорий Петрович Чернышов. Кстати, он же был первым комендантом Выборга. После 1878 года финляндское государство выкупило большую часть помещичьих земель и передало их в собственность жителям Красного села. К началу 20 века поселение стало уже достаточно крупным и развитым. Население – около 2000 человек, более 250 жилых домов. Имелись школа, мельницы, лесопильни, мукомольни, работали многочисленные торговые лавки. Довольно известным Красное село было благодаря своему гончарному производству. Кстати, глиняных петушков своеобразной формы финны до сих пор называют «кюреля» в честь прежнего названия Красного села. Здесь, получается, жили финны до границы реки Сестры, Сестрорецка. Стояла как бы наша граница. В 1939 году началась Советско-финская война. Наиболее кровопролитные сражения, по мнению экспертов, проходили именно здесь – на болотах в Лепесово. 39-40 год, февраль, здесь ожесточенные бои состоялись на самом болоте. Сейчас, если на болото прийти, там, конечно, растут деревья небольшие, до этого все было у финнов вырублено, и дальше пошла высота, пригорок. Там были финские позиции, пулеметные гнезда, и, в общем, наших шансов было мало пройти. В общем, там ребята, в общем-то, большинство и полегли. После окончания войны эти земли снова стали советскими, а в 1973 году получили новое –
но уже хорошо знакомое нам название – Красносельское. Сегодня о тех страшных событиях напоминают мемориалы и братские захоронения, где покоится не одна тысяча как известных, так и пока безымянных героев. В 90-е годы был мемориал установлен, 452 воина было похоронено. Но у нас отряда еще не было, как бы мы еще были молодые. Вот. Это наши предки, грубо скажем, занимались этим. Вот. А сейчас здесь добавилось больше 1000 человек. Могилы здесь находятся за мемориалом, соответственно, они будут обустроены. Вот. Администрация как бы занимается этим вопросом. Хорошую работу делаете, действительно. Ну а кто, если не мы? Мы должны помнить и чтить, это наша история. Как вы уже могли догадаться, мы оказались на очередном сельскохозяйственном предприятии. А на каком конкретно, нам расскажет его директор Сергей Анатольевич. Расскажите нам, где мы, что у вас здесь такое? Мы находимся на ферме, мы здесь производим и занимаемся производством молока. Так вот откуда берется молоко на наших прилавках. Берется оно от нас, где перерабатывается на заводах. И вы уже видите наше молоко в пакетах. Но давайте начнем с самого начала. Совхоз «Смена» был основан в начале 60-х. С тех пор он постоянно развивается. Увеличивается количество и ассортимент производимой продукции и повышается ее качество. Мы являемся племенным хозяйством. От нас покупают племенной сход, где дальше разводится тоже по России. Если в плане, что касается Российской Федерации, мы, ну, не ошибусь, это в 100 лучших хозяйств входим. Мы являемся очень стремительно развивающимся хозяйством. В эти года, которые вот ближайшие прошли, поменялся у нас кадровый состав. В первую очередь за счет молодых сотрудников. Если раньше средний возраст рабочих составлял 60 лет, то сегодня этот показатель снизился до 40 лет. Кроме того, «Смена» активно внедряет передовые технологии и старается идти в ногу со временем. Только на ферме находится порядка 10 компьютеров, то есть нужны люди, понимающие в IT-технологиях. Не только, то есть доильный зал у нас тоже обслуживает компьютер, который считает, сколько каждая корова надоила молока, сколько ей лет, болела ли она чем или не болела. Все заносится в базу данных. База данная не секретная, она все передается уже и сводится в Минсельхоз. Все это позволяет предприятию ежегодно улучшать свои экономические показатели. Это я про поголовье скота и надой молока. Стоит отметить, что «Смена» находится в тройке лидеров по производству молока в Выборгском районе. Молоко высокого качества, очень питательное. За качеством следим и мы здесь, и завод. Молочное производство закрытого типа. Никакие микробы и бактерии не попадают. Ну что ж, проведете для нас небольшую экскурсию, я думаю, да? Давайте посмотрим, как у вас здесь все это дело работает. Пойдем? Да. Мы находимся во дворе, который построен год назад. Общее поголовье здесь содержится 440 голов. Здесь взрослые, да, особи? И взрослые, и которые готовы пройти отел. Строим уже по современным меркам, перенимая опыт у ведущих хозяйств области, России, а также ездим даже за рубеж, перенимаем опыт, как все-таки содержать правильно скот. Ну и как же правильно? Давайте подойдем у коровок, спросим. Привет. Ну. Не бойся. Коровки говорят, что мы кормим нас вкусно. Вкусно кормят? И мы готовы давать молоко. Кстати, такое обильное слюноотделение – явление вполне нормальное. И говорит нам о том, что корова накормлена и хорошо себя чувствует. На предприятии все, ну правда, на очень хорошем таком уровне, я имею в виду технологически. Если вы обратите внимание, вот я надеюсь, не успею съесть мой халат, на шее вот, висит специальный прибор. Вы не поверите, он отслеживает, когда корова готова к осеменению. То есть передает все данные на антенну, та в свою очередь на компьютер, и у оператора видно, когда какая из коров под каким номером готова к осеменению. Помимо этого, датчик также собирает и передает всю необходимую информацию о корове. Возраст, режим дня, график приема пищи, удои и многое другое. Своего рода электронный паспорт. Стоит отметить, что на ферме, вопреки моим ожиданиям, почти все процессы автоматизированы и компьютеризированы. Вот, например, еще один современный гаджет. Прибор предназначен для
ректального исследования животных, на определение стельности, ранней диагностики стельности. Вот, что позволяет... Нашим зрителям, да, расскажу. Беременна корова или нет? Правильно ж? Вот. И при помощи этого прибора, такой своеобразный УЗИ, не знаю, насколько корректно выражусь. Это и есть УЗИ. Мы уже узнали о электронном паспорте у каждой коровы. Я предлагаю нам проверить его в деле. Здесь мы видим номер порядковый. Красотка, покажи. Так, 31-550. И мы сейчас перейдем... Соответственно, да, компьютером, и введем этот номер и познакомимся с этой коровой поближе. Вот мы добрались до главного компьютера. Сейчас мы введем номер нашей коровы, с которой мы знакомились ранее, и узнаем о ней побольше. С полной биографией я вас познакомить, к сожалению, не успею. Но о профессиональных достижениях расскажу. Наша корова дает в день в среднем около 35 литров молока. И сейчас она приходит в так называемое состояние охоты или готовности к размножению. Итак, мы оказались как будто на космическом корабле. Много экранчиков, кнопок, трубок. Что это за чудесное место? Это доильный зал, сердце нашей фермы, где доятся коровы. То есть мы уже пришли к заключительному этапу, который уже с последних датчиков считывается информация. Поступает далее на компьютер. Расскажите немножечко о том, насколько повышается производительность добычи молока, да, если правильно выразился, вот за счет именно всех этих технологий потрясающих. Ну, если раньше в среднем, наверное, доили 2000 литров на корову молока в год, за 4000 давали герои Советского Союза. О, как! То сейчас мы, говорю, повторюсь, уже доим 9600. Доярка одна доила в советские времена 25-30 коров за смену. Один оператор машинного доения, теперь называем его так, а не дояркой, доит за смену порядка 300 голов. То есть производительность труда возросла, ну, сами посчитайте, в 10 раз. 10 раз, да. 10 только... раз. И производство молока тоже увеличилось, ну, как минимум в 5. Это потрясающе. То есть можно сказать, что сейчас любой... Оператор машинного доения, да? Герой труда по меркам. Дважды. Спасибо за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, что все показали, рассказали. Мы побежим дальше. Спасибо Всего большое. Хорошего. До свидания. До свидания. В гостях, конечно, хорошо. Но и дома много всяких дел накопилось. Увлекательная получилась поездка. И о надоях поговорили, и о краснокнижных обитателях нашего района много нового узнали. Хорошо бы еще научиться играть в настольный теннис. Меня зовут Владимир Кочетков. Увидимся на Выборгской стороне.